отцы. Последняя информация. Если по каким-то причинам забрали у вас ребенка, опека или полиция, ну, обычно это забирает полиция и передает в опеку, то с ребенком видеться можно, говорить по телефону, только с решением суда. Поэтому не тратьте времени, сразу в суд, как можно скорее. Если суд откладывает рассмотрение, идите к администратору суда, председателю суда и требуйте скорейшего рассмотрения дела. У вас будет 5 дней. А тогда вы увидите своего ребенка. Вот. Желаю удачи, ребят. Вот именно это я и делаю. Хочу видеть свою дочь. Скучаю по ней очень. Вот. Надеюсь, все будет нормально. Всем удачи.